Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня новость для тех, кто любит мистические контейнеры, ну и контейнеры в целом, ну а в том числе тем ребятам хорошая новость, кто любит халяву, потому что разработчики дали возможность абсолютно бесплатно открыть один мистический контейнер нового вида. Что он собой представляет? Этот мистический контейнер очень похож на черные контейнеры, только в черных контейнерах есть вероятность выпадения контейнера следующего уровня, а в мистических контейнерах вы должны собрать 15 талисманов на контейнер второго уровня, если открываете первый. Если вы собрали 15 таких талисманов, вы открываете контейнер второго уровня. Если вы обратите внимание на контейнер первого уровня, то мистический сертификат отсюда выпадает с вероятностью 5%. Если вы собрали 15 таких талисманов, ну и, соответственно, открываете контейнер уже второго уровня, то здесь у вас вероятность выпадения 10%, то есть в 2 раза выше, чем у предыдущего уровня. И если вы собираете себе еще талисманов, то открываете контейнер третьего уровня. И таким образом получается, что здесь у вас вероятность выпадения целых 15%. Это действительно очень крутая вероятность. Давайте попытаемся для начала, перед тем, как открыть бесплатный контейнер, посчитать. Кстати, ребят, если вы не обратили внимания на рекламку, точнее не сильно ее рассмотрели, то посмотрите сейчас. Всего есть 3 уровня контейнеров. Первый, второй и третий. 4, 5 и так далее нет. И это существенно, потому что от этого зависит, так сказать, математика. Теперь давайте посчитаем. Для того, чтобы собрать 30 сертификатов, чтобы можно было открыть контейнеры третьего уровня, точнее, нет, не так, я хотел еще кое-что уточнить, и серьезно, ребят, это важно, потому что я, честно говоря, не досмотрел. Мы здесь смотрим, то есть получается, вам необходимо 30, точнее не так, вам необходимо собрать сначала 15 контейнеров, открыть первого уровня, а потом открыть 15 контейнеров второго уровня, для того, чтобы зайти на третий уровень и повысить свои шансы. Ну тогда получается, математика немножко хуже становится в отношении выгодности данного предложения. Так или иначе, давайте посмотрим, что есть из предложений массовых. Здесь их смотреть гораздо проще, можете взять себе, понятное дело, один бесплатный, откроют явно все, 2 контейнера за 500, я считаю, что это очень даже выгодный ценник. 5 контейнеров за 1500 и 9 контейнеров за 3 косаря. Ну, ребят, я не любитель контейнеров, но считаю, что эти предложения действительно выгодные и, я бы сказал, недорогие однозначно. Если вы хотите открыть себе 2 раза там вот эти вот контейнеры, вам надо 30 сертификатов. Если вы хотите открыть себе просто контейнер второго уровня хотя бы один раз, то здесь получается, вам необходимо будет купить предложение 13 контов за 4,5 и докупить еще 2. Того 5 косарей вам обойдется 15 контейнеров первого уровня для того, чтобы открыть один контейнер второго левела, там, где вероятность выпадения повыше. Ну что, давайте открываем у меня на твинке первый бесплатный контейнер, смотрим, что оттуда сейчас упадет. Я не думаю, что что-то выпадет, хотя мало ли чем черт не шутит. Ничем он этот черт не шутит, и я думаю, что на данном аккаунте мы можем завершать. В принципе, всю калькуляцию мы посмотрели, а теперь давайте перепрыгнем на другие мои аккаунты и попробуем открыть еще там. Итак, друзья, мой второй аккаунт, на котором сейчас откроем бесплатный контейнер, пока перезаходил, я что подумал? Получается, для того, чтобы открыть один контейнер второго уровня, необходимо перед этим открыть 15 контов первого уровня. Но с этого одного контейнера вы получите всего лишь один талисман, а надо опять-таки 15. Итого получается, надо 15 раз умножить по 5000 для того, чтобы открыть один раз контейнер третьего уровня. Получается просто какая-то бешеная сумма по голде. Может, я как-то неправильно считаю, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, ну и напишите свое мнение по поводу стоимости данных контейнеров и выгодности открытия контейнеров выше уровня. Ничего не выпало. Тоже не удивлен. Перепрыгиваем на следующий мой аккаунт и откроем там. Итак, друзья, третий мой аккаунт. Заходим в магазин, открываем бесплатный конт и после этого перейдем на мою основу и откроем там. Но я что-то больше чем уверен, что ничего от этого не изменится. В зависимости от того, на каком аккаунте, я имею в виду, мы будем, результат, мне кажется, очевиден, и он будет одинаков для всех моих аккаунтов. Ну, слушайте, здесь неплохо. Здесь достал абсолютно на халяву 1,5 голды. Это действительно очень круто, действительно очень приятно. И открыть бесплатный контент и забрать из него 1,5 косаря, это, ну, я бы сказал, мечта любого танкиста. Считайте, что мне подарили не мистический контейнер, а просто разработчики подарили мне 1,5 куска. Я считаю это приятным. Перепрыгиваем на следующий.
Ну что ж, друзья, мой основной аккаунт, и в начале видео я забыл кое-что сказать. Я прислушался к вашему мнению, я почитал комментарии в отношении нового интро, которое я добавил вчера к своим видео, и понял, что, наверное, у вас действительно есть определенного рода привычка к интро старых видео, которое ассоциируется именно с моим каналом, поэтому решил прислушаться к вашему мнению и оставить все-таки предыдущее интро и ничего не менять. Ну что, открываем мистический контейнер на основе, смотрим, что с этого получится. Если выпадет голда, будет просто великолепно. Если выпадет мистический сертификат, будет еще лучше. Ну а если выпадет вот это, то я буду считать, что я ничего не потерял, потому что забрал это абсолютно бесплатно. Открывать или не открывать за голду, здесь определяйтесь самостоятельно. Но то, что имеет смысл зайти в игру и забрать бесплатный контейнер, это уж однозначно. Я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь в комментариях напишет что-нибудь поперек данной позиции. Друзья мои, если кто-нибудь будет открывать за голду данные контейнеры и будет делать это в массовом количестве, я имею в виду открыть не один-два контейнера, а большое какое-то количество контов, обязательно отправляйте мне запись данного видео по возможности на электронную почту, которую вы найдете внизу в описании. Ну, либо отправляйте мне ссылочку на Google Диск, я это видео самостоятельно оттуда достану, обработаю и выложу всем на обозрение. Спасибо вам большое за внимание. Как только будут какие-то новости, сразу появятся на канале. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.